впервые в Печоре. 22 января в МКО «Меридиан» в 19 часов интерактивная развлекательная программа для всей семьи «Космос-шоу». Загадочная планета, планета волшебных зонтиков, метеоритный дождь, планета невидимок, снежная планета танцев, планета роботов, планета левитация. Бесплатное фото с динозавром. Каждому ребенку подарок. Справки по телефону 8-981-949-85-15. 18 января в 19 часов в городском объединении «Досуг» «Горячая двадцатка». Хиты 80-х, 2000-х. Живой звук, отличное настроение. Цена билета 200 рублей. Телефон для справок 7-27-85. 3 января на прогулке сорвался с поводка и убежал песик по кличке Арчи. Если кто-то видел его или что-то слышал о нем, позвоните по телефону 4-76-44. Внимание населения! 17 января с 11 до 12 часов в службе общественной приемной главы Республики Коми по Печорскому району пройдет прямая линия на тему «Вопросы безопасности дорожного движения на территории муниципального района Печора». На вопросы жителей города и района ответят представители ОГИБДД ОМВД России по городу Печоре. Предварительная запись по телефону 717-25. На прием можно обратиться по адресу улица Булгакова, 22, кабинет номер 17 или по телефону 717-25. Внимание! 18 января медицинский центр «Семейный доктор» приглашает на прием к детскому офтальмологу Беловой Татьяне Николаевне, город Сыктывкар, детская поликлиника номер 2, сосудистому хирургу Михайлову Дмитрию Витальевичу, город Сыктывкар, кардиоцентр. Информация и запись по телефонам 3-12-70 и 8-912-567-61-21. Адрес: Печорский проспект, 57. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Кировская обувная компания «Вахрыши» принимает на реставрацию мужскую и женскую обувь, в том числе и пимы. 18 и 19 января с 10 до 17 часов в доме быта по адресу улица Островского, 74. 19 января в 14 часов в городском объединении «Досуг» девчонки и мальчишки, а также их родители. Для вас игровая развлекательная программа «В гостях у мышки Брунгильды». Игры, флешмобы, сладкие подарки, викторины. Цена билета 100 рублей. Телефон кассы 7-27-85. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 3-56-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.